Цикада – небольшое насекомое, которое серьезно вредит растениям, причем без разбора. В ее арсенале от 250 до 350 видов растений. Личинки появляются в конце апреля-начале мая и растут до начала августа. Липкие выделения насекомого становятся причиной появления на растении сажистого гриба. Надо работать все в начальной стадии, когда она развивается. А когда она уже прыгает и перелетает с места на место, это уже практически с ней бороться бесполезно. Вот она отродился, есть у нее первый, второй возраст, третий, четвертый, когда она превращается уже в взрослое насекомое. И когда она летает, вы только подходите с опрыскивателем и начинаете прыскать ее, она просто перепухнула на другое дерево и все. Для них хорошие смесивые препараты – это перитроиды с фосфороргаником. Ну, те, которые разрешены согласно списка разрешенных к применению, как говорится, в городской черте и в личном подсобном хозяйстве. Специалисты Россельхозцентра готовы проконсультировать анапчан и жителей сельских округов по борьбе с цикадой.